Привет! Сегодня вновь новый выпуск моего влога, который будет посвящен теме товаров и продуктов ежедневного пользования. Тех товаров, без которых мы не можем прожить в принципе и дня с вами. И по этой причине я загляну и покажу, что хранится на полках, шкафу, шкафчиках у моих родителей, знакомых, а также у меня. Мы уже с вами исследовали ванную комнату, посмотрели, заглянули в косметичку. Пришло время шкафа. Кому интересно, смотрите. Кому нет, прямо сейчас можете выключать видео. Заглянем ко мне в шкаф. Здесь мы видим все средства, которыми я пользуюсь. Наверное, начнем вот с краю, да, вот здесь вот. Значит, это спрей для волос. Малина. Гибискус, очень хороший запах, но не такой приятный, ну, лично для меня, как вот абрикос. Конечно, абрикос, я фрукты обожаю, запахи фруктов, поэтому абрикос мне больше нравится, и в нем 150 мл, в малина гибискус 100 мл. Пользуюсь поочередно то тем, то тем. Дальше маска-пленка для лица с экстрактом черной икры. Золотое сияние прям дает. Сейчас вам покажу. Так, видите? Там золотые частички здесь такие. И вот она золотом прям отдает, когда наносишь на лицо. Это блестки для волос дочери Hello Kitty. Спрей для тела. Манго, я его вам уже как-то показывала. Это самый мой любимый запах. Спрей для легкого расчесывания волос. Здесь яблоко этой дочери. И это холодное сердце. Тоже поочередно пользуемся тем-то тем. Так, вот тут сейчас свалится. Вот это влажные очищающие салфетки. Даже как же, подушечки так для лица. Устраняют жирный блеск, они с тонизирующим эффектом. И мне нравится, что они убирают такие вот эти вот точечки на лице черные. И здесь уже 45 штук. Если пользоваться, допустим, там через день, да, либо же два раза в день, можете посчитать, насколько не хватает их. Дело в том, что на каждый день я не советую, и я лично ними не пользуюсь, потому что они прям вот хорошо очищают кожу. Так, дальше. Здесь у меня есть, естественно, жидкость для снятия лака. Такая экономичная упаковка, но жидкость немного, ну, для повседневности дороговатая, но у меня она уже очень долго, расходность маленькая, стирает абсолютно все. И это близится, детский от загара, средство от загара. Так, здесь у меня дальше подушечки сухие, тифлофуз. Так, это на лето нам вот эти штуки все от клещей, от комаров, мироместин, все туда. Сюда поехали, это спрей для тела детский, то взрослый, то детский. Крем для лица, практически на данный промежуток времени один, потому что у меня лицо очень бледное ко всем этим штукам. Скажите, промелькнуло, но вот эту штуку, это яблочный уксус. Я не протираю лицо. Кому интересно, это уже загуглите, зачем и почему. Я же поэтому говорю, что кремов у меня для лица сейчас нету. В ванной я показывала две маски для лица, и вот она у меня третья. Вот это любимая, я ними пользуюсь. Поэтому все. Дальше детский крем для рук. Для рук, да. Ну, дочка Мики мажет. Он с блесками. Ей прям вот нравится. Детям самое оно. Да, вон видно на пальце. Блестит. Так, дальше. Это я сказала. Вот так. Вот это сыворотка с маслом органи. Мне очень нравится ее запах. От секущихся кончиков. Очень хорошо. Сила и питание. Да, питает очень хорошо. А кончики ушли у меня секущиеся благодаря этой сыворотке. Ну, естественно, детский парфюм. Hello Kitty, куда же без него. Так. Сюда, сюда, сюда. И лаки. Такой бордо, темно-фиолетовый, с блесками, классный. Можно использовать как финиш поверх, а можно в единичном экземпляре тоже с блеском. Вот это дочери, ну, у нее-то она всеми пользуется, тоже покажу. Но она вот этот больше всех любит, розовый. И тоже с блеском, даже без блеска, даже здесь. Так что вот так. Что у нас у меня тут еще? У меня стоит вот это вот, типа, бигудишки такие, накручивать волосы, вы сами понимаете. Это мои визиточки. Разлетелись. Вот. Фен. Так, что еще? Расческа, конечно же. У меня здесь косметичка. В косметичке все то, что я показывала ранее вам. Смотрите предыдущий обзор. И селфи-палка хранится у меня здесь. Ну, а там аптечка.
Вот, лак для волос у меня сейчас не нашего бренда, потому что у нас в этом каталоге блин не было и заранее не купила себе больше. Но без лака для волос не представляю себя. Ну и вернемся назад. Вот здесь вот в бутылочке стояла, скажете, не сказала специально. Нет, скажу. Это салициловая кислота. Это один из ингредиентов, которые входят в то средство, которое я делаю собственно ручно, собственно лично. Рецепт от прыщей и акне от всякой штуки этой. Смотрите в подсказках на ютубе, я о нем уже вам рассказывала. Этот рецептик я вам тоже предоставлю. Здесь уже все необходимые ингредиенты. Но один из них салициловая кислота. Я ее использую и все нужное сюда высыпаю, чтобы было удобно потом наносить на тампончик. Вот, и протирать лицо. Блин, раскопошила все здесь. Ну ладно, здесь у меня гантельки мои хранятся. Кстати, дочерины тоже гантельки. И этот, как его, экспандер такой для этого. Ну, а это давление мерить. Вот. Ну и вот моя шкатулочка. В ней много всяких всячин, бижутерии. Я, наверное, сниму отдельный обзор, что у меня здесь хранится. Или даже по стоимости. Потому что вот здесь вот у меня сережки. Очень люблю. Здесь кольца. Вот. А здесь у меня все вместе, но в основном ожерелья такие, ну, большие эти серьги. Поэтому многое, естественно, с нашего бренда, многое есть, которое и не отсюда. Вот это кольцо, кстати, такое обычненькое, оно прикольно разбавляет гардероб. Всем оно, кстати, из вас нравилось. Все, сейчас я иду по своим родственникам, показываю, что там хранится. И, конечно же, мой любимый парфюм Рейбл. О нем я как-то снимала видео, послушайте, посмотрите его. Там я рассказываю, что содержит этот парфюм и почему он такой уникальный. Он уже у меня заканчивается. И по этой причине я себе взяла еще один из моих любимых. Конечно, упаковка не такая привлекательная, как у того. Но мне он тоже нравится. Раскрывается реально по настроению и по-разному. Пульс. И посмотрите о нем тоже видео. Только-только его выпустила в начале недели. Пульс жизни. Он весенний, на одежде очень долго остается, запах его слышится очень долго. Поэтому теперь уж точно я все рассказала вам. В общем-то, что хотела сказать, для чего иду по родственникам? Для того, чтобы, ребята, дорогие, вы понимали, что любая сетевая компания, не обязательно наш бренд, да, таит в себе огромное множество разнообразных средств, которыми мы так или иначе все равно с вами пользуемся. Поэтому я вам показываю наглядно, что несмотря на то, в какой компании вы работаете, вы все равно, особенно продуктовой, должны пользоваться своим продуктом, особенно если он такого охренительного качества. Ну что, пошли дальше. Вместилась в комнату свекрови. Значит, смотрите, что здесь стоит. Крем для ног. Так. Смягчающий. Крем для ног и ступней. Вот ей нравится. Дальше питательный крем для сухой и очень сухой кожи. Это я вам уже показывала, кстати, его в заказах. Это спрей охлаждающий для ног. Дезодорирующий, а вот это охлаждающий. Мята и алоэ, а этот идет лаванда. Вот так. Вот это крем большой для рук. Для тела и лица. Каре. Очень большая упаковка, еще зимняя, новогодняя. 400 мл для всей семьи хватает, вот серьезно. Здесь выше стоит крем для ног, еще один гель охлаждающий, эфирное масло мяты, очень их охлаждает хорошо на лето, мне очень нравится, у меня точно такой же крем, я всем его разрекламировала. Вот этот спрей после загара охлаждает, лосьон спрей после загара с витамином С. Бывший муж очень часто сгорает, лицо у него, ему прям помогает. А вот это бальзам для губ, о котором я рассказывала уже и который я показывала. У мамы есть, у меня есть. Вот, сейчас перемещусь в другое место. В шкафу стоят такие вот штуки, их очень много. Начну с крайнего. Это бальзам после бритья, основной уход, хорошо помогает от таких раздражающих эффектов. Вот это вот тоже бальзам после бритья, он больше понравился, чем вот этот, но этот бережет пока. Вот, это крем, защищающий, чтобы не сгореть, не загореть. SPF 50, сейчас покажу ближе, 30 мл, он маленький там. Значит, смотрите дальше. Здесь так, дезодорант, остатки. Вот это после бритья лосьон жидкий. Он тоже очень нравится. Дезодорант, серис, тоже на исходе. Парфюм, ну это непонятный,
бережет уже много лет. Он уже реально выманялся. Вот это очень хорошо идет, ему нравится. Значит, всем рекомендую. Очень хорошо совмещается с сигаретами, если кто курит. Ну, это старый Glacier. Вот Today. Мужской. Такой нежный аромат. Ему нравится. Так. Спрей. Дезодорант. Full Speed тоже на издыхании. Еще один дезодорант. Ну, его побольше, но тоже остатки. Еще один спрей дезодорант. X-Series, только другой. Вот, но он больной на эти, на дезики. А вот этот 100 лет ему уже. Мне он так нравился, виски. Блин, мне вот на мужчинах нравится именно этот запах. Ну и все. Крем после загара, ну точнее от загара, вот такой маленький. SPF 50, очень, 50 мл. Брехала чуть-чуть, говорила 30. Вот, он очень защищает. Ну, все, пока. Как-то так. Ну что, переместилась я в комнату мамы и посмотрим, что у нее тут в прикроватной тумбочке есть. Начнем, наверное, с нижней полки. Значит, охлаждающий спрей для ног с кокосовым ароматом. Очень, ну вот, реально экзотический запах. Нравится. Дальше, крем-суфле, если не ошибаюсь. Да, крем-суфле, золотое удовольствие. Для тела. Ну, я не знаю, как, насколько сейчас, но раньше, пока не было, я не подарила масло для тела, для массажного масла. Они пользовались вот этим кремом с отцом, как массажное. Мама у меня в огороде, держит огород, короче, и у нее крем для рук «Интенсивная помощь». Вот ей он нравится, она редко пользуется, но вот когда вот руки там потрескаются, либо же очень долго в огороде прокопошилась. Вот так. Дальше. Это чего у нас? Бальзам. Крем и бальзам, угу, да, омолаживающая система для кожи вокруг глаз. Вот смотрите, вот видите, пользуется. Это бальзам вокруг глаз, а это крем внизу. Вот так, вокруг глаз. Там есть определенная система, как ним пользоваться, с какой стороны каким мазаться. Ну, это не тема данного видео, но я рассказала, она вот следует указаниям. И здесь. Увлажняющая маска для лица. Сокровища Бразилии с экстрактом асаи. Запах непередаваемый. У меня тоже такая есть. Дальше. На второй полке у нас маска. А, крем для лица. Огурец и чайное дерево. Этот крем. Крем-гель для лица. Огурец и зеленый чай. Каре тоже. Мама... А, ну да, она огурец очень любит. У нее вот еще есть здесь огурец. Лосьон очищающий. Тоник, точнее, да. Да что ж такое, очищающий тоник. Остатки там уже. Спрей для тела тоже пользуется. Манго ей нравится, как и мне. Здесь у нас Инью. Из дорогой коллекции. Омолаживающий дневной крем для лица. Мультиуход. С системой защиты 25. Чтобы вы понимали, да? Не просто так стоит. Так, сейчас переместимся чуть дальше. Что-то там. А, Альпша. Коробочка здесь, а Альпша в другом месте. Вот, бальзам для таких вот сухих мест. Я вам рассказывала в своем видео про косметичку. У меня тоже такой бальзам есть, только другого аромата. Значит, на губы можно использовать, на локтевые участки. Так, а ну-ка дальше. Антивозрастной уход. А, это я дарила, да, мультифункциональный крем для кожи вокруг глаз. Она, наверное, ним еще не пользуется, потому что у нее вот Нью черный, я вам показывала, да. Она, наверное... А, нет, пользовалась. Уже пользуется. Короче, чередует. Видать. Так, что там еще? Там запах не наш. Нет, не наш запах. А вот сейчас один запах вам покажу. Вот этому запаху очень много лет. Ой, господи, кобра. У меня мама в год змеи рожденной. Этот аромат, по-моему, 90-х годов. Один из чуть не первых, которых ей отец подарил. На тот момент он стоил очень-очень больших денег. И привез, вот прямо вот видите, кобра. Вот тут вот красный глаз был, он отвалился походу. Здесь этот голубой, а был красный с той стороны. И вот он меня всегда ассоциировался с запахом, что называется, знаете, как мама. Запах папы, запах мамы. Ой, не могу открыть. Ой-ой-ой. Открыла, значит, ну да, такой уже 90-х годов. Ну, слышите звук? Ну, чтобы вы понимали, там еще есть. Так, пойдем сейчас еще вот сюда в верхний ящик сходим, посмотрим, что там есть. Так, ой. Ой, ну, чтобы вы понимали, здесь косметичка в разобранном состоянии, похоже. Расческа наша. Массажер для головы. Тоже был такой у нас. Вот это, по-моему, не... Ну, тоже я дарила, но не от нас. Значит, крем для ног. Увлажняющий. Да, вот. Как бы. Что еще показать? Маски.
Маски, маски, гарнир. Это не наша маска, самое интересное. Маски, вот видите. Вот маски наши, вот огуречные. Что огурец любит маски? Вот это что-то такое, какая-то тоже непонятная маска. Это что? Максимальная молодость. Наша тканевая маска тоже, да, Нью. Хорошие маски, эти возрастные. Ну, здесь, чтобы разобрать, это целая косметичка. Не получится, я думаю. Покажу лишь то, что вот наш, наша губная помада тоже. С этой губной помадой интересная история. Одна женщина мне заказала помаду, а марка именно вот эта. То, что показано в каталоге, не совсем соответствует по цвету в реальности. Это первая помада, которая вот так вот сильно не соответствует. И пришлось этой женщине искать то, что она хочет. Она хотела, значит, с ну, такую розовую, но с синеватым оттенком. Ребята, если бы вы знали, как я ее искала. Но после того, когда я ее нашла, у меня заказчиков на эту помаду было больше. И одна из них, вот мама, ей тоже она понравилась, приобрела себе, пользуется. Так, что еще здесь вам показать? Лак для ногтей, один из любимых последних. Тушь. Я вообще не знаю, что она здесь делает, потому что мама тушью не пользуется. Но она на всякий случай вроде себе брала. Вот. А все остальное, в принципе, с таких времен доисторических. Ну, как бы так, да. Вот еще штука интересная. Нью. А, Новейдж, да. С этого вообще. Тут еще я ей дарила. Господи, сколько же лет этому всему. Тени. В общем. Пробничек. Что-то пробовали. Так. Ну, в общем, ничего такого уже. Короче, я говорю, еще раз, косметичка в разобранном виде. Вот это украшение ей очень нравится. Я дарила тоже. Так, вот эта штука, что я сказала, интересная. Это, значит, штука, которая... Не помню, что это. Тут кисть. Кисть. С одной стороны, да. Так закрывается. С другой стороны... Блин, ну это... Румяна, не румяна. Что это такое? Не знаю. Я уже не помню. Я вот таким не пользуюсь. Ни румянами, ни этими всеми. Ну, что есть, то есть. Чтобы вы понимали, у меня мама очень любит все складывать по полочкам. Но это я так. Загляни. За ширму называется. Смотрите. Ай-яй-яй. Тут вообще что-то, чтобы вытянуть. Я вообще не знаю, как вот, допустим, хочу вот это вытянуть. Что будет? А камея сколько, смотрите. Коллекция целая. Ой. Господи. Мыло. Знаете почему? В 90-х очень было редко мыло. Я вам как-нибудь покажу ее чемодан старый, в котором есть 90-го, 90-х годов еще, конец 80-х, мыло. И вот ей коллекции вот эти вот, камеевские, ей дарили, я, в общем, не знаю, когда, ну, когда он был популярен. Мы маленькие еще были. Она ними не пользуется. Вот она, не знаю почему, ей, короче, нравится вот коллекции собирать. И в чемодане у нее в старом есть вот это мыло еще. И почему, да и так, отступление немножко от темы, почему она его собирает? Потому что в 90-х очень с мылом было все туго. Конечно, приходилось там стоять очередями. Вот этому лебедю, помаде этой, она уже вся вонючая, но она стоит из-за лебедя, я так понимаю. Вот, помаде этой тоже приблизительно столько лет, сколько этому камею. Ладно, здесь у нас бальзам для губ стоит, зимний. И здесь... вот, кстати, парфюм, от которого там коробочка, Альпша. Отличный просто. Ну, запах розы, выявленный запах розы. И прям вот мамин запах, что называется. Прям, не могу я, мне вот тоже как бы нравится, но не мой немножко. Вот, и точно такой же Альпша, лосьон для тела. Все, парфюмерный лосьон для тела, да. Вот здесь оно стояло, назад, ребята, назад. Чуть-чуть ниже опустимся, посмотрим, что здесь у нас есть. У нее для ногтей кутикулы, бальзам такой. Очень хороший для роста ногтей и чтобы они не ломались. Ну, как бы и все. Здесь, ой. Вот здесь вот есть украшения наши тоже. Но эти украшения я уже буду показывать, когда мне мама оденет одежду, как я ее хочу одеть, и рассказывать буду про украшения вместе с одеждой. Здесь, наверное, то же самое. Да. Набор сережек. И вот он. Этот набор, который она любит очень. Наши бизнесы тоже. Вот, ну как-то так. Ну еще вот здесь вот отцовские тут золотые вещи. И вот, чтобы вы понимали, вот она бижутерия. Тоже дарила ей. Вот этот вот глазик рыбий. Вот так. Пока я искала, все ли я вам показала, заглянула в ящички, увидела, что здесь вот тоже продукция наша стоит. Вот. Вот этот вообще бомбовский запах отсюда дарила я. Full Speed. И еще вот здесь. Но здесь вообще отдельная история, видимо, на будущее. Либо себе, либо на подарок. Вот он, массажное масло, которое я дарила для массажа. Походу, еще им не пользуются, потому что тот крем есть, который я вам рассказывала. А вот это массажное масло я подарила, чтобы не пользовались. И вот тут вот целое на будущее обходу стоит. Может, что-то на подарки, может, еще что-то. Ну, чтобы вы понимали, да? Тут, в общем, короче. У меня мама любит просто затариваться, скажем так, на будущее, чтобы
допустим, купил, уже потом даже если что-то... А, вот он, Альпша, мужской же у него, отец. Мужской есть разве у него? Мужской. А, мужской шел просто в подарок этот. Не запах, а парфюмерный. Парфюмерный этот. Лосьон мужской только. Вот. Да, парфюмерный гель для душа, не лосьон даже, а гель для душа. Гель шампунь. Вот, в общем, короче, она на будущее затаривается всегда, чтобы уже если на праздник, на какой-то подарок, ну, неожиданный, к примеру, едешь, мог собрать им подарок. Ну вот масло массажное, это точно. Это она будет пользоваться только когда тем перестанет, закончится. И вот для интимной гигиены тоже на себе берет. Вроде все показала. Спасибо вам, что досмотрели видео. И если оно вам понравилось, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. А я прощаюсь с вами, но буду рада видеть вас всегда на своем канале, а также пишите в личные сообщения, задавайте свои вопросы и давайте просто будем с вами дружить.